Мэгги? В каком смысле ушла? Пап. Бетти, не стоило тебе приезжать. Как она? Нормально. Ты моя дочка? Я ему сколько лет твержу, рано или поздно мать придется куда-то определить. Мы же понимаем, к чему все идет. Прости, чаще надо было приезжать. У тебя семья, у тебя дочки, у тебя муж, не кори себя. Она искала дорогу домой. Думает, что она маленькая девочка и не понимает, почему она здесь. Это кто? Не начинай. Ты знаешь, кто это? Это мой ухажер. Видишь? Иногда путь домой. Ты хоть представляешь, каково мне? Мать, забери отца, привези, химчистка, церковь. Приводит нас. Бабуля святую воду выпила. Зато обезвоживание не грозит. Не понимаю, что со мной. В дом престарелых она не поедет. Туда, где нам место. Все говорят одно, мол, быть хуже. Знаешь, что хуже? Смотреть на человека, с которым прожила 20 лет, и думать, наверняка ему так же хреново, как и мне. Любить значит быть рядом. Я как ты не могу. Великолепный актерский состав. Ник, это ты? Нет, другой хозяин. Его тоже Ник зовут. Естественно, это я. Я все сбережения в это заведение бухнул. Ты бармен? Хозяин бара, пап. Душевно и смешно. Между прочим, я беременна. Пап, ты в курсе? В курсе. Хорошо, вашу одежду не выкинули. Одна из лучших ролей Суэнк. Она все забудет. В горе и радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит, я ей обещал. Она моя любовь, и я никому ее не отдам. Что у них было? Ты зачем закурил? Затем, Бетти. Жизнь заставила. Хилари Суэнк, Майкл Шеннон, Роберт Форстер, Блайт Даннер. В октябре.